Телекомпания НТВ Плюс предлагает вашему вниманию еще один матч Лиги Чемпионов. Доброжелательного коллегу, который радостно сообщил бы мне, чем закончился этот поединок. Оборона. Хавбеки и нападающие. Маркиони, 32 номер. Сисоко, 22. Тиаго, 30. Недвед. Ничей. Очень такой сложный вариант. В случае ничейного результата в сегодняшнем матче у Реала будет 7 очков. У Ювент не зацепился только за мяч. Ни разу на чужой половине поля. 10 минута на исходе. Борьба за мяч. Очень любит дизайнер туринского Ювентуса каким-то изощренным способом нанести цифры. Изощренным способом нанести цифры на футболке игроков. Сейчас удар поворотом выше. Помните, была у Ювентуса, не очень здорово видно, не контрастно они как нарисованы на футболистах, на футболках туринского клуба, но игроки все без подачи в штрафную площадь. Туринцы отбивают эту атаку. Удар Гути, ну, правая нога, это у него для ходьбы в основном, а с левый удар-то был достаточно приличный. Так вот, Гути 14-й, Диара 16-й, Снайдер 10-й. Играют вторым номером. Но сейчас у них есть возможность для контратаки. Дель Пьеро удар. И браво! 1-0. Алессандро Дель Пьеро открывает счет. Алекс демонстрирует футбол экстра мега-класса просто вот в последнее время. В последнее время Дель Пьеро. Подача Снайдера в штрафную площадь. Выпрыгивает Джорджо Хьеллини, который сейчас позиционируется итальянскими СМИ как человек, который придет на смену. Надо, наверное, за мадридский Реал болеть. Вот что. Вот что предлагаю сделать класса. Но Шустер порадовал своего итальянского коллегу и голландского нападающего. Обыграет Реал в следующем туре, а Зенит обыграет Ювентус, то Зенит выйдет на второе место. Мяч выше ворот летит на 24-й минуте. Реал создает опасный момент. Серхио Рамос. Реала в последнем матче с Альмерией, при том, что немножко под другому позиции занимали игроки. Бате в лице Анартосиса доказывает, что легких очков в этом турнире не бывает. И глубоко не прав тот тренер и тот футболист, который выйдет на это, Марсело. Дальше Дренте. И грубейший подкат в исполнении Сисоко. Кто же еще так может рубануть соперника? Пас на ход Ван Нистелроя. Ой-ой-ой, Дренте, что ж ты делаешь-то? Пощупать оборону Ювентуса мадридца. И теперь еще одна грубость, теперь уже в исполнении игрока Ювентуса. Леграталья. Реал, Зенит. Ну, пока идет игра, удар Ван Нистелроя выше ворот. Еще все может. И Реал в атаке, подача. В носном смысле. А вот это изумительный пас Дренте. И Нистелрой открывается на дальнюю. Прострел. Но все здесь читалось. И какая умница Мельберг, да? Это вроде бы он был сейчас. Ну кто же еще? Это его игрок, его фланг. И какой пас выдал Гути, а? Просто как рук. Сейчас повезло Ювентусу. Диара бил после подачи Дренте. Еще один подарок. Ну что, Амаури будет пробовать сам. Забегание Дель Пьеро. Амаури, отдай, покати ветерану. Не туда покатил, там выключился. Еще как неправ сейчас Тиаго был. Выключился из эпизода. Нельзя так делать. Ювентус наладил дела в серии А. И после победы в дерби забил наконец два мяча. Футбол поступит очень правильно, если даст золотой мяч Касилису. Удар Недведу. Раньери, Шустер тренер. И Недвед с мячом. Очередной подкат. Ну, здесь Недвед любитель так вот подпрыгнуть. Сейчас перелетел через ногу. И очень интересно. А вот сейчас на месте своим любимым, на месте нападающего первого. Борьба в штрафной площади. Дренте требуется. Создаст фундамент. Заложит фундамент для команды. Под... толчок в спину, но никто не даст пенальти за такое нарушение правил. Выставил просто локоть. А к Елене мяч-то был уже рядом. Скажите, товарищи режиссеры. Такую
такую кропотливую, очень сложную тренерскую работу по выстраиванию системы. И угол бить Касилису придется очень тяжело. По мячу придется играть. Удар Дель Пьеро. Гениально! Браво! Брависсимо! Алекс Дель Пьеро. 200. Какой там уже гол? Алекс Дель Пьеро. Четвертый мяч в Лиге Чемпионов. Четыре трактовки в одну сторону, это может быть даже и чересчур. Вы ведь играют в последнем туре, и кто-то из них там очки в любом случае потеряет. Вопрос лишь количества. Нестор бьет, мяч опять попадает в локоть, или в руку, или куда-то там еще, и в ужасе Иван Нестор тоже. Забить не удалось, но не совсем здоров, судя по повестке на метре. Угловой будет подавать Реал. Нужно забить, постараться сейчас, если мадридцы хотят спасти эту игру. Нет, это не удар, это подарок Алексу Манингеру. Реал пытается забить гол. Манингер. Но это красиво смотрелось. На самом деле удар был не очень опасным. Вернее, не то, чтобы не опасным. Зит в хорошем смысле Юэнсу. И Якуинта пас в штрафную площадь. Дель Пьеро удар. Ну, еще не хватало Реалу хет-трик от Дель Пьеро получить на своем поле. Тем более, когда на стадионе смотришь. Конечно, не претендует на какую-то целостную картину. Это было за пределами штрафной, поэтому всего лишь... стандарт и чемпионов. Алессандро Дель Пьеро, я думаю, болит супер игру Реал Зенит в шестом туре. Георгий Черданцев помогал смотреть вам этот матч. Поздравления болельщикам туринского Ювентуса и Клаудио Раньери, очень симпатичному человеку.